ВТМ-Дорпроект – это комплексное проектирование российской дорожной сети общего пользования. На счету компании десятки проектов по модернизации и строительству автодорог практически по всем значимым направлениям нашей страны, включая работы на таких объектах, как Московский транспортный узел, Рублево-Успенское шоссе, а также строительство трасс федерального значения М1 Беларусь, М3 Украина, М6 Каспий, М7 Волга, М5 Урал. Те, кто создают главные дороги страны, выбирают наиболее оптимальные решения, чтобы сократить время строительства, выполнив работу максимально качественно. Компания ВТМ-Дорпроект использует в работе инновационный программный комплекс «Стройконтроль» от российского производителя. Мобильные решения для строительства. «Стройконтроль» — это прикладной программный комплекс для автоматизации контроля за строительством при помощи мобильных устройств и облачных технологий. С помощью него руководители могут принимать более взвешенные управленческие решения благодаря мгновенной достоверной информации со стройплощадки, потому что их подчиненные имеют инструмент связи и передачи этой информации с помощью обычного своего смартфона и сети интернет. Один из проектов компании ВТМ-Дорпроект сегодня – строительство Астафьевского шоссе в Новой Москве. Он предусматривает не только протяженность четырехполосной дорожной артерии, но и масштабное переустройство инженерных коммуникаций. На текущий момент мы находимся на новом объекте строительства дороги, которая связывает два района Новой Москвы. Протяженность данного объекта занимает 3,7 километра. Имеется одно искусственное сооружение. Значит, это мост через ручей Молодцы. Данное сооружение является уникальным. Монтируется, значит, на стапеле укрупненные сборки. ВТМ-Дорпроект осуществляет авторский надзор на объектах дорожного строительства при помощи программного комплекса «Стройконтроль». Программный комплекс «Стройконтроль» доступен в режиме без доступа в интернет, а на объектах автодорог это очень актуально, потому что, когда выезжаешь за пределы города, интернета может просто не быть, вот, а работу выполнять нужно. В управлении строящимся объектом налажена своевременная и бесперебойная связь заказчика и исполнителя, а весь специфический бумажный документооборот, например, выдача предписаний, переведен в удобный электронный формат и работает в режиме реального времени с мобильных устройств. Это позволяет в разы сократить сроки выполнения задач. Имея 11-летний опыт разработки мобильных решений для различных сфер бизнеса, мы можем утверждать, что наше решение по автоматизации контроля за строительством при помощи мобильных устройств является действительно современным и полезным для наших заказчиков. Мы создаем среду общих данных для обмена информацией, а это главное для того, чтобы принимать решения и управлять максимально эффективно. То есть сокращается время на донесение информации, на обмен информацией. Раньше для этого использовались какие-то группы в WhatsApp, группы в Viber и так далее. Мы же переносим это все в профессиональную сферу, в профессиональное приложение для контроля за строительством. Данная программа очень оперативно решает задачи, поставленные руководством перед нами, как руководителями проекта по авторскому надзору. Помогает нам оперативно давать информацию для заказчика, для технического заказчика, для руководителя организации. «Стройконтроль» помогает поддерживать связь не только инженеру с исполнителями. Руководитель проекта также имеет возможность виртуально присутствовать на стройобъекте. Все внесенные в систему сведения об ошибках образуют единую базу, в которой неточности классифицированы по категории замечания, дате исправления ответственным лицам. Это позволяет оперативно, без лишней бумажной волокиты, формировать отчеты для руководителя компании, по которым он может оценить качество строительства, возможные риски, связанные с отступлением от проектных решений, и принять меры по предупреждению негативных ситуаций.